Привет всем, дорогие друзья, подписчики и зрители. Вам сегодня покажут очень интересный портал, который был снят в горной местности. Точно я не знаю, но суть этого ролика, наверное, вас просто напугает, потому что очень необычный, как корабль НЛО, пытался открыть портал. Ну, ему удалось, потом этот портал исчез. Что было дальше, неизвестно. Но этот портал был над уровнем моря, на где-то 3-200 тысяч метров. Так что, если вам понравится этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь и смотрите, что на самом деле творится на нашей планете.